Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про ВК-7501К. Танк, который я сразу не рекомендую ни к покупке, ни к игре на нем, он вообще не подходит под эту игру. Сейчас объясню почему. Во-первых, он неудобный. У вас никогда не опускается пушка нигде. Это танк высокий, и если вы играете в ближнем бою против врага, скорее всего у вас никуда не опустится пушка. Также башня у нас находится сзади, и через даже самый маленький холмик поиграть не получится. Единственное, где удобно нам играть, это в городе от домика. Все, больше нигде удобства нет никакого. И то, дорога вокруг этого домика должна быть ровная. Любой холмик, все, пушка не опускается. Взамен мы не получаем хорошей брони вообще. В голове легко пробивается лючок, корпус как ни ворочай, то борт пробивается, потому что он не сильно толстый, то НЛД дырявая, как ни крути и как ни выкручивая наш корпус. Танкует он по сути только когда ему стреляют в ВЛД и в маску. Больше по сути этот танк особо ничем не танкует. На фоне вы видите нетипичный бой на этом танке, где враги исключительно стреляли мне с вертухи в ВЛД и с вертухана в маску. Больше никуда они мне не стреляли, да и в принципе враги были не особо одаренные. Также я весь бой играл в городе, особо каких-то неудобств играть от поворотиков домиков нету у этого танка. Но такое случается довольно-таки редко. Также, что по планке на 3 отметки на этом танке. Она довольно-таки низкая, 2700 суммарного урона плюс ассист. Это намного меньше, чем у популярных сильных прям танков, у которых планка примерно 300. Все танки, которые я недавно до этого брал 3 отметки, там везде планка примерно 300. И на всех на них я держал средний урон 3100 примерно, когда брал 3 отметки. Только на Lance NC средуха была примерно 2700-3000, где-то между этим числом она болталась туда-сюда. Но этот танк у меня был построен как заменитель ЛТ, и иногда я очень много светил, поэтому мне не нужно было сверх много урона, чтобы получить 3 отметки на том танке. На этом же танке, на ВКшке, ни в светляка, ни в дамагера особо не поиграешь. Результат чаще всего набивается скилл плюс везение. Только на одном скилле на этом танке не вывезешь никак. Он никуда не успевает, на нем неудобно, пушка не опускается, танкует крайне слабо. Что касаемо орудия. Комфорт стрельбы в плане точности сведения и то, как ты попадаешь по врагам и как часто наносишь урон, что-то в районе Эмиля, который выдается за линию фронта. То есть ты просто стреляешь, и примерно половина снарядов сама куда-то попадает. Половина снарядов летит черти куда. Но у нас не барабан, у нас нету УВНов, у нас нету скорости, как у Эмиля. У нас ничего этого нету. Мы не можем никого нигде подловить. Мы не можем объехать, переехать и приехать на скорости туда, где нам надо быть. Мы просто приезжаем и мучаемся как есть. И ничего с этим поделать не можем. И стрелять нужно очень много, потому что часть снарядов точно полетит никуда, потому что пушка очень кривая. При этом ставить приводы наводки смысла нет. Ты что сводишься, что не сводишься, результат стрельбы примерно одинаковый. Куда-то там оно полетело, нанесло, не нанесло и все. Вдаль есть смысл свестись, но если вы стреляете вдаль, то и без приводов наводки вы успеете свестись в стоячий танк. Поэтому рабочий набор модулей досылатель стабилизатор оптика. На этом танке можно взять 3 отметки, я в принципе планку на 3 отметки выполняю, но у меня уже 2 или 3 дня от него горит, и настроения играть на нем нету, поэтому я просто беру и бросаю играть на нем. Еще пару дней мучений на этом танке и 3 отметки получится, но этот танк не приспособлен для рандома. Я не могу раскрыть какой-то тайный потенциал в этом танке, на мой взгляд его здесь нет. Даже в каком-то там несчастном Эмиле или польском прем-танке тяжелом, даже там получилось раскрыть фишку танка и реализовать. Этот же танк, на мой взгляд, абсолютно неиграбельный и абсолютно не подходит по геймплею под игру World of Tanks. У него фишка всего лишь в альфе, больше ничего в нем нет вообще. Играть от альфы в World of Tanks легче всего, поэтому у него планка 2700, которая набивается путем случайное стечение обстоятельств плюс скилл, где вы стараетесь, пыхтите, но толку от этого не сильно много. И через бой вы примерно накидываете много урона. Один бой вообще ничего не можете сделать, один бой много урона. Вот и вся суть этого корыта. оно не имеет смысла вообще никакого. Абсолютно не рекомендую этот танк вообще. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.